И по бортам ручкой весла, ручкой, отталкиваемся от скалы. Ручка, я говорю, ручка. Перевернуть. Да. Все, уже оттолкнулись. Конечно. Глубина воды вот здесь 6 метров. С этой стороны тоже отталкивайтесь, руками тоже можно. Не-не-не, ручкой весла, ручкой перевернуть. Ручка, если веслом, то ручкой весла. Если я сам, ногой. Я вам говорю, что вы будете охать и ахать, но что-то я ничего не слышу. А что, не красиво, что ли? Красиво. Или вы до речи потеряли, да? Снимаем. Это местные аборигены там. Дайте весло. Весло, весло. Да, весло. Я здесь ногой. Ну, сейчас с задницы. Мужики, берем весла с этой стороны гребем вот туда. С этой стороны. Оставьте это дело, оставьте, все нормально. Мы держим. Наш.
Да, рулевой, ты там рули. Нормально. Мужики, вы что там, не гребете? Гребем. Доброе утро. Двойная переправа сейчас. Может, Магали, ну походил правда, может, через красных не так чувствую? Ничего. А у меня так вообще. Все, пошло. Положите весло, пожалуйста. Ложим. Мужики! Слушай, весла. Сейчас выходите, помогаете мне перенести лодку туда. У женщин чуть-чуть... А оценочка по пятибалльной по шкале, пожалуйста. Ой-ой, да. Грецам, грецам. Вот вы у вас... Да, конечно. Красота-то. Вперед. Глубина воды вот здесь 6 метров. С этой стороны тоже сталкивайтесь, руками тоже можно. Ручка, если веслом, то ручка весла. Если сам, накрой. Я вам говорю, что вы будете охать, яхать, но что-то я ничего не слышу. Красиво, красиво. Или вы до речи потеряли, да? Красота. Мы снимаем. Тишина. Это местные аборигены там. Смотри там. Смотри там, как скала отвесная. Thank you.
много, тут никого нет. Как раз